успел сесть вовремя. А что ты делал? Тебя задавить хотели. Нахера меня давить, вы чё, ребят? Нахера меня давить, вы чё? Нельзя. Ой-ой-ой, Марат, чё происходит? Пошёл в жопу. А чё, на Твиче тоже будешь стримить, чё, или так, чисто посмотреть зашёл? Да, я на Твиче буду успокоиться. Ты с тобой разговариваешь? Марат, подожди, подожди, мне кажется, там, блядь, нет, без лаги вообще невозможно. Когда кажется, креститься-то надо, так что... О, ты да, давай, как Жора еще тут эти, блядь, стишки или как это там, выражения там всякие. Рассказывай. Поехали в зону сразу, там веселей будет. Чпок, ай, почти. Не промазал. Почти, почти соклаус. Да. Давай, нахуй, тут открыто. Не-не-не-не. Как в Терминаторе, да? На грузовиках сап. Эй-эй-эй-эй. Отправили, что? Садись, садись, садись быстро. Подожди, оружие. Да шучу, шучу, давай. Дима, садись ко мне. Чё-то я тебе не доверяю, пацанчик. Молодой еще, не опытный. За ними едь, короче, охоту за ними. Открыто стрелять, напасть быстро, давай, полетел за ними. Марат, а как на Твиче подписываться? Ну подожди, ну в верхнем правом углу, да, экрана кнопка сердечко, да, вроде? Правильно? Да, сердечко. Ну сердечко, да. Да-да-да, отслеживаюсь. Ред, сердечко просто отслеживать, нажимай сейчас. Думаю, ну не проблема, не должно быть. Все, получилось. Спасибо, спасибо, Ред Снайпер. Ред Снайпер, Снайпер. Подписчик. Сыграем обязательно с тобой как. Прям буквально 30 минут назад, если бы залетел сюда, сейчас бы с нами катал бы. Вместо Жорика. Жорик сегодня уже накатался со мной, 5 часов катает. Бля, Марат, что ты сделал? Ну, я так скажу тебе. Мы на башню почти что залезли. Красиво нас прилетел. Ну да. Уйди, 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 не надо, не надо. Тормозители! Уровень в игре, я хз. А, алмаз сегодня у меня какой-то появился. Я не знаю, круто это или нет, но Марат меня поздравил. Наверное, круто. И момент. Да Марат, ну заебал я, блядь. Куда? Хочу просто покататься. Почему в этот, блядь, мотоцикл на крыше, нахуй, блядь? Мотоцикл застрял. Ну вы чё? Ко мне садись, ко мне. Это что, безопасно будет? Воу, ещё... Да, давай, давай, всё нормально. Теперь ну, едем просто спокойненько. Так если чё, ребят, вы, может, не знаете, здесь другая цель в игре. Мальчики, блядь. Мы чё делаем? Ну, топ-1 тоже, а ты так. Ну ладно, заодно так возьмем, да, просто. Не, не лига, а уровень. А, уровень у меня 43 или 44, я не помню. Марат, какой мне уровень? 49. У меня? Да, блядь, быстрее уже. Не, не 49, по-моему. Но бензин кончился. Нихуя ты, ебать, вы чё? Братан. Схерали так? Я такой, бля, гонщик. Вообще просто, вот видишь, видишь, какие вот. Вот с тобой бы играли, не было бы такой хуйни, да? Мы пошли в шоп, у меня Дима украл. Просто, просто она жесть. Нас подрезал там. У меня он завис, все, он не двигается больше. Вот такие вот